Всем привет, уважаемые любители русской рыбалки 4. С вами Дязана ТВ. Сегодня мы находимся на озере Янтарное, на точке 132-147, клипса 10 метров. Сколько? 10 метров. Здесь у нас клюет карп чешуйчатый чихуахуа, да, похожий на сазана, хочу заметить, по той картинке, которую сделали. Ну и, конечно, зеркальный глаз. Вот. Значит, находится это на пересечении двух квадратов, это у нас GH4 получается. Появляемся на базе и тупо волосы назад таким маршрутиком добегаем до точки. Закидываемся на примитивные сборочки. Кальмар желтый работает. Кальмар, ну, показываю, да, то есть работа, ловлю их всегда на хинстив, поп-ап тоже, у кого вложены очки, вложены, ловите. 35-й флюор карбоновый, под глину тоже работает. XM1 крючочек мне очень нравится. Кальмар желтый, кальмары рыба и вот такой вот кал, прикорм. Вот и горох, кальмары травы, красный кальмар, опарыш, кукуруза и кальмар. Ну, все сборки у нас почти одинаковые, везде кальмар, вот только разные, ну вот, и все остальное у нас одинаковое. На точке нахожусь чуть больше полчаса, за это время у нас 39 хвостов, кстати, сход был. Вот. Показал. Это прикол, один сход был. Ладно, давайте теперь перейдем к нашему лову. Посмотрим, что у нас получилось за это время. А получилось у нас за 31 минуту 39 хвостов. Из них чихуахуа половина, самый большой на 10200 и зеркальный хряк 12800. Всем не хвоста, не шеи. С вами был меня Зона ТВ. Пробуйте. Почилить на данной точке, да. Ну, по трофейчику надо бойлики побольше, конечно, ставить. Всем пока-пока.